В общем, такая движуха. Всем известно, что мы кавер-коллектив, поэтому, Денис, мы сделали кавер на твой клип «Противоядие», который называется «Антидот», внимание, на экран. Прекрасно. Ладно, пожалуйста. Нет, на самом деле, в любом случае, все нас реально ассоциируют как кавер-коллектив, и мы действительно решили сделать кавер на твою песню. Честно. Что, серьезно? Мы... реально, времени не было, и мы реально не выучили слова. Честно. Ребят, не выучили слова, поддержите нас, да, вот такие мы вот артисты. Поэтому я предлагаю, что кавер на свою же песню сейчас поет Денис Любимов. А на бэк-вокале у него клею грюма, потому что пацан разжился. Да! Наконец-то могу позволить себе пригласить клею грюма. Поэтому подборные аплодисменты, давай! Давайте, 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 возрадуемся этому! Ну вы готовы вообще увидеть этот гениальнейший эксперимент? Готовы? Поехали! А тут встал гитар, гитар, гитар. Ребят, подождите, 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 подождите. Что, что, что? У нас гитара не работает. Да, гитара не работает. Давайте, давайте, просто довольно жаркая публика и наша аппаратура не понравится. Четыре ночи без сна, не виновата без сна. Я твой случайный прохожий. А ты сегодня в твоей душе тишина. Мы так с тобой не похожи. Ты закрыта на ключ, абонент недоступен. Дом выпит, дом. Наш временный сон к наше сердце мешает. Чьи нету в эфирах модных телеканалов. В социальных сетях, на обложках журнала. Я скажу вам ее имя и глаз ее цвет. Разыщите ее и скажите. Любви больше нет. Любви больше нет. Любви больше нет. Качай, качай, любви больше нет. Любви больше нет. Любви больше нет. Брат, нету любви. Любви больше нет. Любви больше нет. Потом стирает огонь, промокло небо дождями. Наш голос не уловим, но только эхо любви теперь останется с нами. Дверь закрыта на ключ, абонент недоступен. Наше время песок, наше сердце мишень. Жил нету в эфирах модных телеканалов. В социальных сетях, на обложках журнала. Я скажу вам ее имя и глаз ее свет. Расслышите ее и скажите, и скажите. Любви больше нет. Любви больше нет. Любви больше нет. Любви больше нет. Любви, любви больше нет. Ручки, ручки. Любви больше нет. Ой, любовь, любовь, ручки. Любви больше нет. Макс Дангаштанов и Виктор Угрюмов. Друзья, давайте поаплодируем Клею Грюмова, этому замечательному артисту. Ну что, мы хотим тебя поздравить. Реально, ой, ух ты, моя зайка. Мы хотим реально тебя... Ой, цветы, спасибо. Как приятно. Нет, понимаешь, у меня даже слезы на глазах. Все, мы хотим тебя действительно поздравить с твоей... собственно, работы, она замечательна, реально была клёво. Ты прям про работу и по математике? И это самое, действительно, давай это, короче. Я понял. Давай, давай. Друзья, а мы поаплодируем! Поаплодируем! Что-то мы пропали, а вот мы и появились.
следующий машине. О, я тоже пойду. Все есть, ребят? Все на месте? Да, все на месте. Все на месте, слава богу. Ну, ребят. А мы идем дальше. У нас есть песня, да, Макс? Да. Которую мы хотим посвятить прекрасному Полу. Ну да. Прекрасен. Заметьте, Пол реально помыли, играть, он реально прекрасен. Поэтому сейчас специально для этого Пола мы споем песню. А хотя мы ее даже не будем объявлять. Вы поймете сами. Да, мы думаем сами поймем. Подожди, бурные аплодисменты, да, друзья. Да, давайте поаплодим. Ай, даже счастье словно дал и снег. С кем ты? Где же Фаина, твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже средь бела дня ты с другим целуешься в присель. Фаина, Фаина, вместе Фаина, 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 Фаина. Фаина, 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 Фаина. Фаина, 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 Фаина. Фаина, Фаина, а какое имя Фаина, Фаина. Е! Чина, Чина, о! Чина, Ай, Чина, о! Чина, Чина, о! Чина, Ай, Чина, о! Чина, Чина, о! Где ты, с кем ты? Чина, Чина, о! Там в этой песне тот, как прозрел. Ну зачем же, Фаина, ты мне утерла нос? Если даже я тебе не дождусь, я свою забуду, печаль и груз. Пока вы все не сдали билеты обратно, я думаю, что... Ну, знаете, ребят, честно, мы группа начинающая, потом мы пытаемся всячески прославиться любыми способами. И главное, бесплатно. Главное, бесплатно, да, поэтому сейчас заправляю пейсинг. Хочется сказать, друзья, сегодня на презентации клипа Дениса Любимого, он об этом не знает, да, мы просто хорошие друзья, поэтому будет презентация новой песни группы Клео Брюма. Да! Вы такие счастливчики, вы реально первые, кто услышит, потому что мы ее до этого нигде не пели. Вот сегодня реально первый раз при такой шикарной, огромной публике. Да, поэтому, Денис, спасибо за организацию всех мероприятий. Все мероприятия, да. Ну, друзья, песня называется «Жара». Давайте все вместе в лето. И, кстати, у нас там будет момент, такая хорошая минутка. Мы его назвали «Кислотный эрлаш», поэтому, если кому будет лень, поддержите нас, вы поймете, когда... Не ленимся, танцуем! Поехали!
этим летом снова в закате все выползают из дома, чтобы прогуляться. Пора по району, набираешь друзей, номер телефона. Ты шагаешь, что ты помнишь радость, и хочется выпить какой-нибудь гадости, но ты предпочитаешь мороженое сладости. А этим летом снова в Гурле жара. Вечером на дороге светят фонари, а возле реки поселились дикари. Люди как могут спасаются от жары. На улице становится очень горячо, и смотри за лето порою свою плечо. Ведь будет жара, друзья, и мы будем с вами плясать до утра. Все это будет, но совсем чуть-чуть осталось, важно, друзья. Понятно, любимый, а тебе ничего не досталось.